Высотная подготовка – одно из специальных направлений ОМОН и СОБР – Росгвардии. Сотрудникам приходится выполнять задачи, связанные со штурмом высотных зданий, при задержании преступников, освобождении заложников. Высотная подготовка, она, как правило, есть во всех видах и дисциплинах. Вот, помогает сотрудникам развивать свои навыки. Высотная подготовка, она может пригодиться нам как в горно-лесистой местности, так и при штурме здания. Поэтому в той или иной степени каждый сотрудник должен обладать специальными знаниями и умениями. Уметь завязать станцию, спуститься, подняться, в том числе уметь пользоваться всеми альпинистскими инструментами, жумарами, карабинами. На учебном центре Росгвардии в Рязани построена многоэтажка, где высотники могут постоянно отрабатывать и совершенствовать свои навыки. Занимаемся по возможности, когда есть возможность или погодные условия. Но даже несмотря, если есть погода или нет, мы стараемся уделять внимание высотной подготовке. Зачастую отрицательные погодные условия, плохие, сказываются на положительном результате в целом. Надо сказать, что есть особое подразделение СОБР, которое состоит из высотников. Но, как правило, высотной подготовкой обладают все сотрудники спецподразделений. Учебный центр Росгвардии в Рязани позволяет отрабатывать им свои навыки несколько раз в неделю. Олеся Котровская, телекомпания «Город».